Снова здрасте. Наш следующий репортаж с главной концертной площадки Alpha Jazz Fest 2012 с парка Хмельницкого в городе Львове. С нашей последней с вами встречи прошло немножко больше суток. Давайте посмотрим, что изменилось за это время. Как видно из окружающей нас ландшафтной среды, администрация парка взялась по максимуму за комфортабельность пребывания гостей парка во время нашего фестиваля, и практически все уже газоны приведены в порядок. Здесь с утра работали 9 газонокосильщиков, сейчас работает некоторое количество технического персонала, которое переустанавливает лавочки, убирает дополнительный мусор и в принципе работает над красотой, над финализацией уже площадки со стороны парка. Как мы видим, стоит уже вся линия ограждения немножко больше 300 метров. Некоторая часть из них брендирована, некоторая еще не брендирована. Наши конструкции под светодиодные экраны и звуковые задержки уже закрыты черной тканью. И практически закончен фрагмент монтажа лаунж-зоны, которая с этой стороны пока что выглядит вот таким вот образом. Мы идем дальше на главную сцену. Идем достаточно быстро, так как времени немного. Все работают в суперавральном темпе. Задержек по монтажу нету катастрофических, но на несколько часов некоторые службы все-таки отстают. Но я думаю, что за сегодняшний день мы нагоним все вставания и уже будем в режиме, в графике. На площадке находятся уже все технические службы, и свет, и звук, декораторы, группы декораторов обоих фронтов работы, и на главной сцене, и на площади рынок. Остался у нас только технический подрядчик по плазменным экранам, который заезжает на площадку 31 числа. Вот, что у нас поменялось на самой главной площадке? На самой главной площадке у нас уже появился практически на 50% накрытый пол, выросли трибуны, на которых 1 числа будет сидеть 2000 человек, и практически закончен уже монтаж зон для кейтеринга и монтаж лаунж-зоны. Вот, собственно говоря, где-то вот такие вот изменения у нас происходят на площадке. В настоящий момент здесь работает около 100 человек технического персонала. Через час-полтора начинается уже монтаж конструкции на площадь рынок. Это будет наш следующий репортаж. А пока я прощаюсь с вами, вернее не прощаюсь, говорю до свидания. Все будет джаз. До встречи в Львове.